Вандерви, кабинет директора. Сеанс видеоконференц-связи с регионами. Ну и что там у нас в регионах? Все в порядке, Вальдемар Вальдемарович. Гарантирую аншлаги во всех театрах. Там, где наш рейтинг низковат, напечатаем дополнительные билеты и раздадим их нашим. Думаю, франков за 20 можно будет уговорить их прийти. Ну, держите ситуацию под контролем, а меня в курсе. Кто вы, мадемуазель? Простите, а куда я попала? Кто вы, мистер Баседаль? Ну, попали вы в лучший театр Парижа под названием Вандервиль, а я его директор. Но вы не бойтесь меня, это я с виду такой суровый. Вылезайте. Что это у вас? Ах, это, сударь, средство защиты, ну, безопасность рабочего места и все такое. Ну, слава богу, а то уж я подумал, что в наш театр пробралась оранжевая зараза. Почему все оранжевые, он ведь белый. Ах, сударыня, не обращайте внимания, это так, фигура речи. А вы, собственно говоря, кто? Актриса? В некотором роде. Я как и актриса могу все, но вы меня понимаете. То есть вы не будете просить меня дать вам главную роль в оперетте? Нет, сударь, за ваши деньги любые ваши капризы. Ой, вот. Вот поистине та, о которой я мечтал всю свою жизнь, а то за мои же деньги исполнять все их капризы. Мансарды под самую крышу, ласточка к нам залетев. Ты, словно ангел Парижа, звезды слагаешь напев. И он повисает над нами, страны своей новизной, и будни объяты таким ароматом, как пахнут фиалки весной. Да лишь под этой крышей, где так уютно мне, надеждой дыша, раскрыта душа, и песню поет весне. Сцена восьмая. Кольцами.
ваши первые семейные документы. А вы жаловались, что жениться не на ком. Каждый смог себе найти подругу жизни. Да, друзья, предлагаю поднять эти бокалы за то, чтобы отныне судьба была благосклонна. Дайте нам цветы, букет невесты. Под парижским звездным небом мы живем. Есть мансарда на Монмартре, там наш дом. Негасимый жар сердец и любви азарт. Счастье в горе и нужде дарит нам Монмартр. Папа, ты молод, к своей звезде лети, ни зной, ни холод нам не страшны в пути. С чего начинается? Пока ты молод, твой голос, сердце прав, он мчится, к счастью, все сомнения обогнав. Мне ведь надо чем-то открывать сезон. Не волнуйтесь, месье директор. Оперетту написала сама жизнь. Лучше, будем выходить.